Будешь ли ты звать Хасбека, если в твоем телеграм-канале стукнет 11 тысяч подписчиков? Да, мне кажется, жена растут, да, да, в целом себя приятно хотел. Ага. Как ты думаешь, какая вероятность, что он вообще может согласиться? Я думаю, за бесплатно он точно согласится. А вот если он, ну, попросит какую-то сумму, станете ли вы ее платить? Нет, меня что зависит. Я думаю, нет. Мы никаким гостям не платили деньги, все ЖК приходили снимать. Почему ты решил свой музыкальный путь в Hide and Dream, а не пошел дальше в Naked?